Ну что, ребят, пошли заселяться. Давайте покажем всем, что такое настоящее качество жизни. В общем, сначала вот здесь вот так проходишь по парковочке, потом направо. Сейчас, если кто еще не видел предыдущие видео, я вообще, кстати, еще не знаю, в каком я порядке буду их публиковать. Сейчас я вам покажу, тут такая маленькая Норвегия. Вообще тут вокруг моей исследовательской станции, вокруг Чехова, конечно, леса шикарные, могучие. Вот, сейчас вот будут вот эти такие. Знаете, вообще я небольшой любитель новшеств в архитектуре и того, что я еще не видел своими глазами. Но вот это, я вам скажу, что это, в общем-то, это смотрится вживую. И вроде бы можно арендовать вот этот, да, вот этот самый, как я его называю, капсульный домик. Но я думаю, это дорого. Тут и номер, к которому мы сейчас придем, ну, в принципе, ну, недорогой. Ну, как бы он не самый прямо дешевый, 6500. Вот, мне сейчас сделали скидочку за то, что я наличными плачу. Вот, и, в общем... А, эти дома, они принадлежат вот к этому... какому-то клубу, я забыл, как он называется. А вот это вот, собственно говоря, сам палисад. Ну, тут, видите, немножко один дома, Merry Christmas. Вот, сейчас мы, значит, заходим. Я не знаю, как они на видеосъемку, так что я немножечко сейчас буду криво снимать. Вот, сейчас посмотрим, что проходит. Да, и вот мы идем уже. Так, у меня здесь номерок, по-моему, вот этот. 4. Не понял. Крайний, что ли, вот этот? Да, вот 4. Так что я думаю, что, наверное, просто прикладываем. Или как? А как? А как его делать-то? О, сработало. О. О, запах тут офигенный. О, смотрите. Так, запираемся. И вот здесь настоящие чуваки должны проводить время. Вот именно вот так. Так, я просто тут не хочу топтать пока что. Он будет. Ну вот. Здесь как бы душик, понятно. А, не выбрасывать. Вот. Ну, вот здесь мне очень нравится. Так вот, знаете, как-то вот удивительно, конечно, дело вообще. Вот помещения, они могут быть новые, то есть они могут быть какие-то даже... Ну, здесь же вот это все как бы гипсокартон один сплошной. А уютно, понимаете?